Более 100 тысяч людей заполонили площадь Святого Марка в Венеции, чтобы посмотреть на знаменитый полет ангела с колокольни. Одно из главных событий городского карнавала, который начали проводить еще в 13 веке. Полет ангела – древняя традиция праздничных торжеств. Было время, когда на площадь спускался один из гостей карнавала, чье имя держалось в секрете. Теперь для выполнения этой миссии выбирают девушку. 12 ударов колокол, и толпа с замиранием сердца смотрит наверх. К земле приближается ангел. Приземлившись, девушка приветствует гостей праздника. Она прекрасна. Эта девушка наверняка не боится высоты, раз на такое способна. Это было очень красиво. Ее платье выглядело восхитительно в лучах солнца. Карнавал достиг пика популярности в 18 столетии. Однако уже в 1797 году традиция его проведения сошла на нет из-за падения Венецианской республики. Очередной карнавал состоялся спустя почти два столетия.